Привет. Простите. Славный пес. Сколько он у вас? Слишком долго. Бабушкино наследство, чтобы жизнь медом не казалась. Как мы поживаем? Он готов есть все, кроме того, чем я его кормлю. Причем все в буквальном смысле. Я устроилась на работу, буду пропадать там весь день. Доброе утро! В остальном, окей. Патрик! Похоже, в классе проблемы с дисциплиной, мисс Фрэнсис. Мальчики, вы просто не знакомы с передовыми методиками преподавания. Я все вижу. Нет, и слышать не хочу. Извините, он мне не нужен. У вас режутся зубки, надо стерпиться, слюбиться. У нас с вами разные представления о любви. На нем рано ставить крест. По морде вижу, он старается. Да. Мамочки мои родные! Прости. Без проблем. Наверное, спасал жизни? Нет, залип на Играх Престолов, забыл про свидание. Ясно. Привет, Сара. Привет. Патрик. Вы готовы к соревнованию, мисс Фрэнсис? Ну, почти. Это вряд ли. Ладно, какие предложения? Хочешь, сам рули.